Глава МИД КНР Циньган провел переговоры в Пекине с министром иностранных дел Антигуа и Барбуды Полом Четом Грином. В этом году государства отмечают 40-летие дипломатических отношений. Руководитель китайского внешнеполитического ведомства заявил, что эта веха может стать отправной точкой для развития более активного сотрудничества. В свою очередь Пол Чет Грин заверил собеседника, что его страна продолжит поддерживать принцип одного Китая. Дипломаты выразили обеспокоенность из-за решения Японии сбросить в море воду с аварийной АЭС «Фукусима-1». У этого шага могут быть серьезные последствия для Мирового океана и здоровья людей. Министры призвали Токио найти более открытый и ответственный подход к решению проблемы.